Черновые работы завершены, идет отделка плиткой. На очереди гидроизоляция кровли и монтаж системы вентиляции. Съемочная группа телеканала «Сургут-24» выяснила подробности ремонта и открытия новой центральной аптеки города. Предыдущее помещение, где она располагалась, на проспекте Ленина, продали еще в марте 2019 года. Расстаться с объектом пришлось из-за долгов. Не было возможности платить зарплату сотрудникам. Под большим вопросом была и поставка медикаментов. С продажи удалось выручить больше 80 миллионов рублей. На эти деньги купили новое помещение для центральной аптеки на проспекте Мира, 55. После получения заключения СЭС мы готовим пакет документов в Росздравнадзор для получения лицензии. Для получения лицензии у нас закладывается срок, ну это вот установлено законодательством, 45 дней. То есть по плану к концу апреля аптека будет работать. Изначально предполагалось, что центральная аптека начнет работать осенью прошлого года, однако возникли серьезные задержки со стартом ремонтных работ. Долгое время совет директоров учреждения не мог принять решение о заключении договора на обновление стен и поставку оборудования. Документы оформили только в конце 2019-го. Одним из главных в центральной аптеке является рецептурный отдел. Больше муниципальных точек, где могли бы приготовить лекарства по рецепту, в Сургуте нет. Есть коммерческая, куда пришлось обращаться и жителям, и бюджетным лечебным учреждениям. Больницы и поликлиники, они, как правило, заключили пока договоры либо вот с этой коммерческой аптекой, либо за счет, выходят из положения за счет рецептурных отделов, которые находятся в соседних городах. Изначально также планировалось, что половину средств, которые выручили после продажи помещения аптеки, направят на реконструкцию Дома пионеров на проспекте Меликкарамова. За сохранение исторического здания выступили и специальная рабочая группа, и жители. Впрочем, сейчас денег на обновление Дома пионеров, скорее всего, не хватит. Почему и грозит ли полным закрытием центральной аптеки ситуация, если новая точка не будет себя окупать, расскажем в эти выходные в программе «Новости главное».